17 народных троп к детским садам и школам, дворовым и общественным пространствам Одинцовского округа превратились в 2021 году в удобные тропинки. Улучшен архитектурно-художественный облик 4 улиц в Звенигороде, 3 в Одинцове и Наро-Фоминского шоссе в Кубинке. Здесь появились пешеходные тротуары, лавочки и урны, установлены опоры освещения и ограждения, проведено озеленение. Благоустроено и 5 общественных пространств. Одним из первых объектов мы являлись победителями в конкурсе малых городов. В рамках этого объекта был благоустроен исторический центр города Звенигорода, это городской парк и улица Почтовая. Также в рамках программы формирования комфортной городской среды было выполнено благоустройство исторической части Звенигорода. Это несколько объектов. Это улица Ленина, улица Фабричного, сквер Савва Стражевского, сквер Молодежного. Также благоустроена набережная в Звенигороде, территория между 9 и 10 школами и сквера у памятных камней в Одинцове. За 2021 год в округе провели ремонт почти 3400 ям на внутриквартальных и дворовых территориях, а это 106 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. Во дворах высажено 355 деревьев и кустарников. В 2021 году комплексно благоустроены 22 дворовые территории. Установлено 28 детских игровых площадок, из них 10 по программе губернатора Московской области. Проведены работы по обустройству освещения, установлено и заменено 5 километров линий и установлено еще 83 новых светильника. Проведен ремонт асфальтового покрытия, это 89 тысяч квадратных метров асфальта и парковок во дворах. В рамках проекта «Светлый город» с привлечением региональных субсидий в 2021 году установили и заменили на энергосберегающие 224 уличных светильника. Было проложено более 7 километров современных линий электропередач. За счет муниципалитета обустроено освещение еще 23 объектов, в том числе 16 детских игровых площадок и 7 парковок и внутриквартальных проездов. А 59 бесхозяйных объектов округ взял на баланс. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».